рассказавших об изнасилованиях в детдоме родителей, затерроризировал следователь. Две семьи бывших воспитанников челябинского интерната, сообщившие об изнасилованиях в учреждении, пожаловались на травлю со стороны следователя и переехали в Краснодарский край, передает 74.ru. Приемные матери рассказали изданию, что все началось после того, как они решили отвезти мальчиков на каникулы на юг и предупредили об этом следственный комитет. В ответ следователь Алексей Смирнов потребовал пройти повторную судебно-медицинскую экспертизу в Москве. Семье устраивал результат первого исследования, согласно которому их дети не лгали о насилии, и они написали официальные отказы от новой проверки. Следователю это очень не понравилось, он аж кричал мне в трубку, вспоминала одна из матерей по имени Надежда. Затем родителям стали звонить из социальных служб Челябинской области и выяснять, куда увезли детей. Сотрудники органов опеки в сопровождении полицейского приходили к двум уехавшим в Краснодарском крае семьям и к одной в Челябинской области. Собеседницы портала называют это травлей и говорят, что их считают преступниками и затерроризировали проверками. Они не хотят возвращаться обратно, одни родители уже купили дом на юге, другие продают уральскую квартиру. По делу об изнасиловании как минимум 7 воспитанников детского дома под Челябинском арестован 51-летний местный житель, которого дети называли Серега. Согласно рассказам мальчиков, был еще один посторонний мужчина, а встречи с ними устраивали 4 педагогов, их не нашли. Дела о халатности возбуждены в отношении бывшего директора учреждения, сотрудников опеки и соцслужб. Сам интернат был закрыт. Работавший там персонал прошел проверку на полиграфе и остался на своих должностях. Следователи подозревали, что дети могли все придумать, хотя первая экспертиза этого не подтвердила. Больше ада и странных новостей в TELEGRAM канале «Лента дна». Подпишись, перейти в мою ленту, новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.